Дуб спилили в лесу дремучем. И мы разжились, а смотрите, каким дубом. Ни гнилиночки внутри, правда? Уже места нету в этой тундре. Вон Галя тоже дубом разжилась. Блин, какие кусочки. Но у меня нету места в тундре. Ну, правда, я хорошие взял. Это вообще изумительно. Как замерзла машина. Вау. Как Аркадий любит эксперименты проводить. Ну что, господин Усков, профессионал? Что, сняло? Да, еще как, какие льдины у нас, как вообще. Вот мы раздобыли немножко дуба для своих так, житейских нужд. Вот что творится у нас в Кентукки. Как не видела? Ты же в Оренбургской области жила. Как ты не видела? Галя, ну зачем мы уехали, да? Аркаша, посмотри, что творится. Здесь вообще лед. Лед. Freezing rain. А пень был сухой. А сейчас весь ледяной. Вообще. Одна зеркале. Там... Вот так, друзья. Вот такое вот у нас психийное бедствие началось в Кентукки. Смотрите. Все замерзает. Все обледеневает. Я не знаю. Ни в коем случае сюда не приезжайте. Съездил я с Галей на заготовку дуба. Смотрите, какие хорошие пни мне достались. И больше в машине места не оказалось. До такой степени они огромные, эти пни. Вот, и я уже нахожусь в своем гараже. Поэтому я сейчас покажу вам разгрузку этих пней. Для большей безопасности я их буду разгружать на вот эти вот. Бревны. Ага. Она скользкая, Галя? Да. А если оно скучит на машину? Ну, не отскочит. Два мужика загружала, а здесь один. В разные стороны летит.
интересы, так и ваши. Вау. Вот так вот, ребята, разгружают лес. Вот такой огромный кусок дуба. Ни червоточинки, ничего внутри нет. Блестящий. Вообще. Вау. Смотрите, дубина какая крепкая. Вот так вот. При разгрузке таких огромных брусков, то есть этих пеньков дуба, очень осторожны будьте. Дайте ему самому упасть. Вот они, кольца жизни, покрытые льдом. Да, дерево любить надо. Почему эти бруски поставили? Чтобы на машину не пошло. Я вам скажу, дуб вообще крепкий. За лесников, короче. Заглядывайте в нашу мастерскую. У нас появится сейчас немного проектов, особенно из вот этого пня. Очень большой диаметр у этого пня, так что это будет 100% кофейный столик. Ну, а это, наверное, пойдут дальше на доски для разделывания мяса. Вот такая у нас была сегодня заготовка леса с Галиной Владимировной. Так что оставайтесь с нами. До новых встреч!